Привет, меня зовут Евгений, это проект «География инвестиций», и сегодня мы с вами поговорим о том, почему я выбрал все-таки брокера Тинькофф. В России достаточно много именно брокеров, даже все, практически все банки предоставляют брокерские услуги. Мастодонтами такими можно считать БКС, Финам, компанию Атон. Это те компании, которые непосредственно являются брокерами. Также большинство банков предоставляют услуги брокера, такие как Сберинвестиции, Альфа-Капитал от компании Альфа-Банк, ВТБ, Открытие и даже Россельхозбанк предоставляют услуги брокера. Причем инструментами, которыми мы с вами можем пользоваться, у каждого брокера немножко да, отличаются. Я пользовался и услугами компании Финам, и компании Атон. Также протестировал некоторое время Сберинвестиции, но остановил свой выбор именно на брокере Тинькофф. Значит, начну с плюса этого брокера. Дело заключается в том, что при открытии брокерского счета вы также получаете дебетовую карту. Вывод с брокерского счета, он по сути мгновенный. На Тинькофф, то есть буквально за пару секунд вам приходят на счет те деньги, которые вы захотите вывести. В Сбербанке и в других компаниях это займет примерно сутки. Если это попадает на выходные, то есть в первый рабочий день. Если вывод денежных средств попадает, допустим, на выходные, на субботу, воскресенье, то деньги вы получите, скорее всего, после одного рабочего дня. То есть в понедельник ваша заявка обработается, и во вторник вы получите эти деньги. У Тинькова же дело обстоит совершенно по-другому. То есть даже в субботу, воскресенье вы подаете заявку, и ваша заявка исполняется, и на ваш дебетовый счет приходят те деньги, которые вы вывели с брокерского счета. Еще один плюс – это приложение Тинькофф Инвестиции. Это достаточно информативное и очень приятное, понятное даже для новичка платформа. Давайте зайдем в Тинькофф Инвестициях и немножко познакомимся с этим приложением. Итак, что нас встречает в приложении? Это ваш счет депо. Под ним указывается процент прироста. Есть кнопка операции, то есть здесь высвечивается все, что вы покупали, продавали, приходили вам дивиденды, пополняли вы счет. Дальше это пополнить счет и избранное, куда вы добавляете те компании, те акции, с которыми вы планируете работать. Также есть портфельная аналитика, где достаточно подробно вам показывают ваш доход, выплаты дивидендов, сколько пополнения, сколько вы выводили, оборот и также ростом за сегодня и за все время. Из аналитики у Тинькова еще есть такая хорошая выкладка, где вы видите свой портфель по отраслям, по компаниям и по активам. Брокер, кстати, дает оценку сбалансированности портфеля по активам, что тоже является плюсом. Вкладка «Что купить?». «Что купить?» – это подразумевается то, что вам здесь показывают, какие акции компании вы можете купить. Есть рекомендации для вас, что ищут, допустим, другие. И топ рассмотров по компаниям. То есть, ну, скорее всего, это ориентировано на именно платформу Тинькова. Кто больше что смотрит. Также есть такие инвестиционные идеи, которые они показывают. Актуальные новости, разборы и отчетности, все остальное. Также у Тинькова есть возможность участвовать в IPO компании или покупать, допустим, размещение облигаций. Есть такая вкладка, по которой вы можете, допустим, подать заявку на участие
в размещении облигаций или покупке компании на IPO. Так, идем дальше. У Тинькова еще есть такие показатели, как падение дня, взлеты дня. То есть можно мониторить то, что, допустим, за конкретный день сегодня, допустим, очень сильно просело. Кто-то даже на этом и строит свою, допустим, торговую стратегию, покупают в расчете на отскок. Но поймите то, что это, допустим, не всегда может сыграть. То есть вы можете остаться надолго в этой компании, если купите на такой просадке. В Тинькове также есть по мировым индексам те компании, которые показывают лучшую динамику, худшую динамику. То есть можно все это видеть у себя в приложении на смартфоне. Рекомендации по дивидендам, то есть какие компании рекомендуются, допустим, на рынке США, какие закрывают реестр акционеров на этой неделе и какие дивидендные компании в России. То есть топ-5 компаний, доходность выше 10% в рублях. То есть аналитики Тинькофф и инвестиции вам рекомендуют, что покупать. Для новичков очень много информации, с чего начать и так далее. То есть много статей, идеи, все остальное. В общем, Тинькофф, на мой взгляд, достаточно очень информативный. Тинькофф вам даже может порекомендовать собрать портфель из определенных бумаг. Вот, допустим, мы хотим собрать портфель, давайте, из долларов. Допустим, $1400 мы хотим проинвестировать в фондовый рынок Соединенных Штатов Америки. Нам дают с постоянными дивидендами стабильные компании, растущие компании и с высоким потенциалом. Я выбираю, допустим, с постоянными дивидендами. И, допустим, аналитики нам подобрали вот такой портфель. Годовая доходность бумаг 9,7% годовых. Из компаний, давайте посмотрим полный список, что нам здесь рекомендуют. Ну, по сути, да, хорошие активы, которые можно будет прикупить. Нет, достаточно хорошие активы. Так что такая вот помощь новичку в инвестициях, это достаточно очень хорошо. А по российским компаниям интересно, что нам посоветует. До 100 тысяч давайте возьмем 150 с постоянными дивидендами, и вуаля, что он нам рекомендует. А по российскому рынку он нам рекомендует больше всего облигаций, также акции Сбербанка, Газпрома, Детский мир, Русагра, Мосбиржа, МТС и Сбербанк привилегированные. Но больше всего он нам рекомендует именно облигации. Вкладка «Пульс» — это такая социальная сеть инвесторов Тинькофф и инвестициях. Иногда что-то полезное, но в большинстве случаев в этом нет ничего. Здесь люди делятся своими мыслями, своими идеями, допустим, по компаниям, по всему остальному. И не всегда стоит прислушиваться к тому, что пишут в пульсе, так как большинство людей там пишут просто какой-то бред. Я редко пользуюсь именно пульсом, но иногда, да, интересно почитать, что думают другие. Кнопка «Чат» – это техподдержка. И последнее – это еще. То есть это профиль в пульсе. Можно пригласить друзей, отправив, допустим, ссылку для открытия брокерского счета и бонусы и акции. Также в приложении можно сменить свой
тариф. У меня в данный момент инвестор. Можно подключить тариф трейдер и тариф премиум. Но по сути тариф инвестора меня вполне устраивает. Форма W8BN, которую можно, не можно, нужно заполнить, если вы покупаете иностранные активы. В принципе, вот и все. Это очень легкое приложение, которое удобно и которым достаточно легко пользоваться даже новичку. Из минусов у Тинькова это иногда бывают глюки и все остальное. То есть приложение иногда лагает. Но если, допустим, сравнивать со Сбербанк инвестициями, то Тинькофф это просто космический корабль. Если Сбербанк, то это, скорее всего, старая-старая шестерка, которая кое-как едет и на самом деле очень тяжелое и такое туповатое приложение от Сбербанков. А минусы еще то, что Тинькофф немного с опозданием зачисляет дивидендные выплаты. Допустим, если другие брокеры, такие как БКС, Финам, там, Атон уже выплатили дивиденды, то Тинькофф может немножко задержать. И иногда задерживает даже больше 2 недель выплаты дивидендов. Хотя, по сути, деньги уже должны были прийти. А в остальном все достаточно хорошо и интересно работать с Тинькофф инвестициями. Если вы решили открывать брокерский счет, то ссылка на открытие счета у Тинькофф инвестиции у меня в описании. Заходите, открывайте и пользуйтесь. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Лайки, комментарии. Кто не подписан, подпишитесь. Впереди много интересного. До новых встреч на проекте «География инвестиций». Всем пока!